перевести, помочь и встретить. В работе экономического форума во Владивостоке задействовали более 500 волонтеров. К их отбору приступили еще за полгода до самого мероприятия, поэтому организаторам удалось собрать по-настоящему профессиональную команду. Вошли в нее не только российские, но и китайские студенты. С некоторыми из них познакомились наши корреспонденты. Выдать бейджи, направить в нужный зал, решить вопрос с размещением и даже помочь найти химчистку. Волонтерам на ВЭФ некогда сидеть сложа руки. Работали в две смены, с раннего утра до позднего вечера. Просьбы самые разные, импровизировать приходилось на ходу. Более 500 студентов встречали гостей на информационных стойках и занимались администрированием комнат переговоров. Случайных людей в команде нет. Все сдали экзамен, в ходе которого оценивали их уровень владения иностранными языками, коммуникабельность, опыт работы на предыдущих форумах и других международных мероприятиях. И 16 китайских студентов. Я учусь в Дальневосточном федеральном университете. Решила поработать волонтером, потому что люблю ставить перед собой трудные цели. Это ценный опыт. Здесь учишься быстро решать вопросы, запоминать большой объем информации. Мне удалось поработать с гостями из разных стран, но в основном, конечно, помогала китайской делегации. Приятно, что все остались довольны. Я считаю, что это замечательный шанс для того, чтобы посмотреть на такие вещи, как уровень организации такого рода мероприятий, посмотреть на самих участников, на других волонтеров и сделать какие-то собственные выводы. Создавал атмосферу гостеприимства и студент Си Дзюнь Фэй. Учиться в России он приехал после землетрясения в провинции Сычуань. Быстро заговорил по-русски и теперь надеется внести свой вклад в развитие китайско-российских связей. В Россию я впервые приехал в 2008 году и уже дважды работал волонтером на Восточном экономическом форуме. Для меня это возможность отблагодарить тех людей, которые мне помогали и помогают. Работать на форуме и сложно, и интересно. Здорово, когда чувствуешь отдачу от своих усилий. Форум завершился, и волонтерам пора приступать к занятиям. Лекции и семинары позволят получить диплом, а навыки с ВЭФ – реальную работу. Недели подготовки и два дня самого мероприятия, практика межкультурного общения и организаторской работы украсят любое резюме. Хан Сюлин, CGTN.